Здравствуйте еще раз. Обещал снять видео, как подключить камеру заднего вида к магнитоле. Собственно, что для этого надо? Сама магнитола, выход от нее, провод называется, камера, два удлинителя, которые идут в комплекте всегда с камерой заднего вида, переходник под питание, плюс-минус и так далее, и, собственно, сама камера заднего вида. Теперь, как правильно все делать? Вот этот переходничок зад магнитолы, к нему дальше подключаем большой провод, 5-6 метров он обычно. Красный конец этого большого удлинителя связываем с проводочком, у которого название «бэк». Он либо коричневый, либо розовый. Так вот, их связываем. Итак, питание сразу вставляем. Так, дальше второй конец этого удлинителя. Желтая в желтое от камеры. Красный конец ко второму малому удлинителю, который идет с камерой в комплекте. Вот эти два конца от этого малого удлинителя, это на минус и плюс заднего фонаря. Плюс связываем с красным проводом, который идет от второго конца длинного удлинителя. То есть параллельно они должны быть. Вот так. Так, ну а черный сейчас прямо в минус. Аккумулятор. Здесь берем. В плюс красный-желтый. Это питание. И плюс. Черный в минус. Тут все понятно. Так, черный конец малого удлинителя в минус. А второй конец, то есть плюс, тоже в плюс. Так, вот сама камера засветилась, что показывает нам. Магнитолка. То есть вот видно камеру. Обязательно нужно связывать с проводом бэк, потому что бэк автоматически включает камеру, когда вы включаете заднее движение. Надеюсь, все было понятно. Спасибо.